И за нас сейчас мы доедем до места, и за нас ты без тачки можешь остаться. Тихо-тихо. Взрослые дети. Просто потихонечку, вот ехай потихонечку. Вот сейчас будет поворот, короче, на кольце. Это сейчас его мимо него не проедет. Вы куда показываете? Я просто не вижу. Ну что, ребят, всем огромный привет. Мы продолжаем пранковать людей в Сочи. Мы заготовили просто классный сценарий. Саня, короче, стоит уже, ждет меня на определенном месте. Но пассажир вызвал такси, вот мы уже посмотрели. И нам сейчас надо, по идее, уходить направо. А Саня ждет, в общем, на дороге налево, там рядом с морем. Я его там бросил, короче, надеюсь, сейчас все получится и будет круто. Ребят, поставьте сразу же лайк, подпишитесь на канал. Стараемся для вас. Ну и я надеюсь, этот выпуск будет классный и очень интересный. Ну а мы начинаем. Я звоню, в принципе, пассажиру. Ну и удачи нам. Кстати, как думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях, парень будет или девушка. И сколько вообще людей сейчас будет? Алло. Алло, здравствуйте. Да, приветствую. А, вы такси заказывали? Да, подъехали уже. Да, да, я вот подъехал. Я, получается, стою вот там спереди, справа желтый дом и слева желтый дом. Вот я вот рядом с ними. Мне написали Audi, да? Audi у вас? Да, 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 Audi. 235 номер. А, все, я вижу, я сейчас приеду. Ага, хорошо. Давайте. Все, жду. Говорит, видит меня. Ну что, ждем? Здравствуйте. Приветствую. Вы, да, такси сказали? Да. Что, у вас пристегиваться надо, нет? Ну, вообще лучше, да, пристегиваться. Хотя, в принципе, можно, наверное, не пристегиваться, как там уже. Да не, я пристегнусь, это что-то тут. Так, вы там все указали, да? Да, в Олимпийский парк надо. Так, а там еще дорогу покажете, это тут не местный. Просто не очень помню. Что, навигатор нет, что ли? Ну он такой, он иногда глючит здесь у меня очень сильно. Ну, поэтому... Поехали. Так, Олимпийский парк. А, ну тут рядом, в принципе. Че, поехали? У-у-у. Вы как опаздываете? Резво. Да не, мы не спешим как бы. Так, нам тут направо, налево. Давайте налево повернем. Да не, нам направо надо-то. Да там это быстрее объедем там. Да хрен знает, ну поехали. Не, тут не местный, но я типа уже знаю, типа как где, что объехать, что сделать. Главное не гоняй, тут дети ходят. Где? Да везде. Да нет, тут уже два дня нахожусь, я уже нормально. Дружище. Нормально, нормально, так поворот. Тихо, тихо, тихо. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, нормально. Мы не спешим, я тебе говорю. Я еду к друзьям, у нас там сегодня праздник, день пограничника, поэтому давай не будем спешить. Отмечать будете? Ну они там уже отмечают, да, я вам что-то. Я с Москвы просто приехал, тут катаюсь. Да я вижу три семерки, бля. Три семерочки под твой номер. Ну, а, это бля, такое... не гоняй, короче, тебе говорю. Да ладно, не волнуйтесь. Сейчас нормально все будет. Прям по газам. Вон, там видали, какой дом, кстати, классный? Стой, стой, чё ёб стоит, твою бля? Мать! Ёб твою мать! Ебать, братан, ёб натуре. Твою мать! Чё там с ним? Подождите. Ебать. Долбоёб, блядь. В натуре долбоёб, блядь. Вызвал нахуй. Чё там у вас, блядь? Сильно вообще? Блин, садись, я тебя сейчас отвезу. Ты как, нормально? Чем стукнулся? Колени отбил, голову дать. Блин, а зачем ты на дорогу выбежал? Я как раз на дома смотрел, просто любовался в Сочи недавно. Зачем на дорогу выбежал? Блядь, поехали уже отсюда быстрее. Бля, ты как там, братишка? Да как? Ебать, я не знаю, какой долбоёб ездит вообще. Вы зачем на дорогу вылетели? Я тебе говорю, не лети. Да я дома смотрел, я его даже не заметил. Я дом смотрел, вы чем ударились? Ебать. Да всем чем можно. Блин, а что с вами делать, вы как вообще? Поехали, сможете идти? Трампунт какой-нибудь ищите. Какой трампунт? Я просто пассажира везу, я просто пассажира взял в такси. Подожди, блядь, что с тобой? Что, колени отбило, не знаю, изданулся. Не что, кровь идет? Тебе дай хоть тряпшу какую-то ему, блядь, дай я подвинусь, ебать. Тебе там нормально, блядь? Как тут у тебя в этой машине? Ну она вообще не двигается, она сломана. Тут много что поломано, просто она уже такая немного. Че, нога болит? Вы идти вообще сможете? Просто я пассажира взял, вы пойдете пешком? Да нет, лучше не везешь. Че у тебя с тобой? Давай говори, блядь. Колени разбил. Просто что? Пассажира вез, только, он реально... Только колени разбил или еще что-то с тобой? Головой здесь донулся еще. Головой въебался? Да. Искры были? Нет. Пассажира просто вез, он говорит, голова сильно опаздываю, я и по газам дал посильнее. Во рту сушит, нет? Ладно, я сейчас давайте его быстро сушу. Отвезу в травмпункт. Тихо, тихо, ты куда поехал, блядь? Я его в травмпункт сейчас, наверное, надо отвезти. Какой, блядь? Ты знаешь, куда ехать? Ебать, не лети, ты что творишь, дружище, блядь? Я тебе... Бля, ебать, тормози, короче. Тормози, блядь. Да все, не бойтесь, я сейчас аккуратненько. Да в смысле не бойтесь, я с такими... Я просто вас я с такими, побыстрее. Как... Пассажира, пассажира. Да, просто побыстрее. Пассажир говорил, что опаздывает, и я его ебать. Вез. Он говорил, что его побыстрее надо. Я, если что, это и пассажир во всем виноват. Я вообще... Это такси, что ли? Да, я пассажира вот взял, он говорит, давай побыстрее, типа, полетели, тихо. Я опаздываю. А что у тебя московские номера? Вот тебе дали лицензию на такси здесь. Ну, я здесь могу ездить. Так, вам
Так, как, давайте так, вас вот такая. Подожди, блядь, тормози, короче. Да подождите, давайте. Да нет, не... давайте лучше поедем на травмпункт быстрее. Давайте там пассажира, может, отвезем, потом я как лучше сделать, или его сначала, как я просто не знаю. Я хуй, а вами вообще останови, короче, я выйду в натуре. Да, а как его, ну, как бы вместе с вами ехали, получается, в одной, как бы, соучастие, ну, в одну кашу. У меня бла-бла-кар, какой нахуй соучастие, ебать, вы что в натуре? Вы же, получается, как бы и это, ты с места ДТП уехали, то есть, ебать, получается. Ебать, я надеюсь, нас никто не видел, блядь. Да не надо вот это вот, я же не буду никуда писать. Вы не будете, точно? Нет. Давайте, может, его сначала в медпункт, а потом я вас отвезу, просто он еще и нормальный вроде попался, не хочет на нас ничего писать. Мы просто с вами как бы вместе были. Меня, кстати, вот Макс зовут, а вас как? Да меня Саня, блядь, Максим, ебать, я говорю, не гони нахуй. Да не, я просто реально думал, вы опаздываете, я хотел вас побыстрее да, отвезти, чтобы вам приятно сделать. А у вас, может, есть там какие-нибудь, не знаю, связи, знакомые, чтобы, я не знаю, просто что делать вообще в этой ситуации? Я еще, походу, спину отбил, нахер, пока летел. Ты заебал в натуре, блядь. Все, поехали. Куда ты летишь, блядь, тачка, блядь? Твою мать, сейчас еще кого-нибудь собьешь. Я просто хотел вам эмоции. Ебать, ну тут чтобы... люди, ну ты что, мало что ли, то, что произошло уже? Я тебе только сказал, не гони, дружище, блядь, ты не местный. Я понимаю, вас там в Москве все летают, ебать. Я просто хотел, чтобы... Все борзы, здесь тоже борзы, знаешь, тихо, сколько хватает, же. Блядь. Бля, ебаный в рот, блядь. У! Тихо, тихо, блядь. Так, поехали вперед. Нахуй тормози, блядь. Поехали вперед. Ебать. Ебать, аттракционы, блядь. Нормально, нормально, там лежачий был, а знака лежачий. Не было. Лежачий, во, хорошо, мы сейчас тут не разъедемся. Все, блядь. А как нам теперь дальше? Вы просто местный, получается, вы, наверное, лучше знаете, может, вот так давать? Нахуй тормози, я выйду, я тебе говорю, блядь. Да не надо никуда выходить, подождите. Давайте все, успокоимся, что-то мы этот не стал... Так, а как нам пройти? Я сюда вообще поехал? Ты вообще форсируешь, блядь, события, дружище. Вы можете блядь. Показать, куда дальше ехать? Все, ну давайте расставимся, едем, я вам сейчас музыку включу. У нас вон там больница есть, вон там он есть больница, нам надо выехать с этого двора, блядь, разворачивайся. Ну давай мы тебя тогда чем мужик в травмпункт отвезем, а потом я пассажира отвезу уже куда ему надо. Быстрее, блин, а куда нам ехать? Тебя как зовут, блядь? Я Саня. Саша, блядь, тёзки ебать. А куда нам ехать дальше? Саша, блядь, разворачивайся, короче. Я не туда приехал? Да. Блин, вы извините, что так получилось, мне аж неловко. Просто вы это тоже, наверное, опаздываете, а я тут вам еще и проблемы. Я тебе сказал, нахуй, не торопимся. Зачем вообще блядь? Так гонять, я не понимаю. Да пассажир говорит, что очень сильно торопится, что. Я тебе сказал, не торопимся, блядь, не лети, ебаный в рот, блядь. Давайте я музыку, может, включу, чтобы этот хотя бы... Да подожди, дай позвонить, блядь. Давайте музыку еще включу. Да заебал ты, что ты какой резвый, блядь, москвич хули. Фу, блин, у меня в самом просто паника, нервы, я человека Алло. Первый раз в жизни своей сбил, я Алло. Вообще не понимаю, а ты вообще голова еще и стукнулся, да тихо, и блядь! Я... Леха! Короче, я еще я это задержусь, блядь. Это вообще нормально, я просто беспокоюсь, серьезно, у тебя реально чувака тут уже жестко, короче. Я первый раз в жизни... Замолчи, блядь. Я первый раз в жизни реально, ну, сбил короче, человека, у меня реально сейчас паника, блядь. Я не могу, у меня тут даже руки немного трясутся, молодого, вот посмотрите, реально руки блядь, трясутся. Это, сейчас я доеду. Это в Сочи, я приехал в Сочи отдохнуть, а мне надо вот эти вот проблемы. Вот эти просто проблемы мне вообще здесь сейчас не нужны. Блядь, заебал, дай поговорить нам. Я сейчас музыки сейчас включу вам. Да не надо никому звонить, это вот живой, то сейчас доедем, короче, это... Пришаю сам тут на месте. Даже просто вот руки трясутся. Вот что-то вот да, тут. Да, давай. У вас вот тут что-то черное. Черное. Нет, вот тут. Вот тут. Да вы чего? Я потом не буду ничего видеть. Да я его настраивал очень долго. Ё-моё, зачем вы зеркало-то? Вот надо было вот тут зеркало взять. Тебе можно паниковать, а мне нельзя. Блин, у меня руки аж трясутся немного. Блять. Вот, вот тут черное, черное, вот тут. Да заебал ты, не подъебывай. Я вас правда там что-то черное. Страшно. Так, а нам сейчас короче, нам куда? Сейчас поворачиваем налево. Налево? Почему да. Вы сразу не сказали, зачем я прямо поехал? Я тебе сразу сказал, поверни направо, выйди на Ленина. Хули ты из-за нас-то, блядь? Из-за вас человека, получается. Из-за нас сейчас мы доедем до места, из-за нас ты без тачки можешь остаться, блядь, из-за вас. Нахуй. Почему? Ну потому что, хули, борзый больно. У меня, кстати, еще пока прав нету, я вот тут приехал ну, как заебись, раз в Сочи забирать. Ну заебись, у тебя машины не будет, хули. Все, давайте расслабимся, нормально попробуем доехать, да. А то как-то... Так, травмпункт нам сейчас или куда? Или вас сначала давайте прямо довезем. Ехай. Давай сначала вас довезем, он травмпункт потом прямо вроде ехай, живой. Сейчас на травмпункт доедем. Да он живой, нормально его. Так. Да нихуя, давай высадим этого пассажира, блядь. Травмпункт нам сейчас вон туда по диагонали. Олимпийский парк прямо, блядь, я хуй знаю. Так, сейчас я музыку какую-нибудь включу, подождите. Чтобы хотя бы просто, я вижу, вы уже просто сами на панике. Говорил жена, нахуй, сиди дома, блядь. А сегодня праздник, да, какой-то? Да, сегодня день погранвойск, блядь. Так, а нам сейчас куда, можете подсказать? Да тут одна дорога, бля, главное, там дорогу смотреть. Я просто смотрю, там кирпич. Ты поэтому въебался, потому что на дорогу не смотришь. Телефон, музыка, хуюзыка, блядь. Чего вы кричите? Я просто... Я вам сейчас музыку включу, чтобы вы расслабились, потому что... А есть что-то... что-нибудь попить вообще? Да, там, нет, там нет, что-то нет, должно нет. У меня внизу быть. Посмотрите, там еще можно, это. Да? Там еще огурцы с помидорами, если хотите, можете поесть. Я обычно не даю незнакомым людям, но вы это... Спасибо. Я вас сбил, поэтому можете взять что-нибудь. Так, у меня что-то еще интернет не работает.
Смотри на дорогу, блядь. Интернет, да. Нахуй. Все, да, вам сейчас музыку включу, у вас настроение поднимется. Я хуй знает, настроение поднимется. Ой! Ебать! Блин, да здесь ездят вообще. Да я за руль сяду, блядь. А у вас есть права? У меня есть права, блядь. Вы не выпьешь? Я, блядь, чуть-чуть выпьем, что знаешь, блядь. Но я тебе честно скажу, блядь, я получше, чем ты буду управлять, блядь. Да твоим хуйканем, блядь. Хорошо, включаю вам музыку, включу, здесь просто реклама идет. Послушайте. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит, любит каждый организм. Если, если ты любишь анонизм, значит, значит, у тебя крепкий организм. Любят, любят взрослые и дети, подрачи. Чего вы делаете? Да что ты хуйню включил, анонизм? Блядь. Там дальше просто интересно. Ну как? Блядь, тормози, короче, дружище. Да все, да все, ладно. Вообще тормози, блядь. Да все, давайте все, правда, нормально поеду. Я просто... Алло. Да. Ну как, нормально? Я тебе перезвонил. Бля, заебал! Да короче, вообще ебать, тут в Кисалово, короче, блядь. Я тебе перезвоню. Тормози. Я вот сейчас хорошо. Просто еду. Тормози, бля, по-хорошему тебе говорю. Все, хорошо, ладно. Просто сейчас. Если ты меня сейчас отвезешь, вот, блядь, до конца, блядь, ты там машину точно оставишь, ну. Ну все, хорошо, давайте где вас тогда высадить? Ну вот я не знаю, где ближайшее место есть, там тормози, блядь. Хорошо, ладно. Сиськи эти, прекрасно. Ой. Заебал, не сбей мотоциклиста, блядь. Дома вообще такие права, вы дома блядь, вообще не умеют. Блин, стойте, давайте, я не знаю, куда, как, где высадить, я просто... Короче, мне ехать осталось тут 400 метров, блядь. Ехай по прямой только, потихонечку. 400? Потихонечку. Просто вот. Сейчас мы свернем направо там. Там еще показано 4-9 километра. Я тебе в другое место поедем, блядь. Просто потихонечку, вот ехай потихонечку. Сейчас будет поворот, блядь, здесь направо. И по нему прям вот вообще потихонечку просто вот скатываемся, блядь. Потихонечку. Сейчас поворот не будет, гони, не гони, пожалуйста. Заебал. Гони, блядь. Заебал. Ау, блядь. Yeah. Сейчас ладно. Ебу! Все, ладно. Давайте нормально. Вот тут вот вниз, вон туда, вон, к заправке, там вот кольцо, блядь. Тут вообще можно останавливаться? Можно, блядь. Все, нахуй, я приехал. Не, не, все, поехали. Ладно. Да заебал, все, блядь, ладно. Тормози, давай, я просто вас, если сейчас высажу, я потом себя плохо буду чувствовать, что да из-за меня вы не доехали. Да я себя уже плохо чувствую, блядь. Вот, я по навигатору буду ехать, вообще вот, остановка, вон заправка, блядь, не заправка, блядь. Нахуй, тормози, блядь, меня сейчас отсюда заберут. Ну, давайте все, правда, хорошо, вот завезем. Блядь, я просто... не знаю, с ним, нахуй, разберешься. Да я вам пока анекдот, блядь, могу классный какой-нибудь рассказать. Блядь, расскажи мне. Я забыл. Заебись, блядь. Блин, я забыл анекдот. Эй, ты чё, придурок? Ебать, тебя как зовут, натуре, дядь? Слышь, тебя как зовут, блядь? Ёб ты. А чё, блин? Смотри, куда едешь, блядь. Вы меня отвлекли. Ебать. Поехали, успеем. Там светофор красный, блядь. Короче, всё, нахуй, я выхожу, блядь. Всё, да вы сейчас тут не выходите, только здесь нельзя. Сейчас зеленый загорится, там да выйдете. Мне тоже похуй, я тебе честно говорю, блядь. Ну, а сам человек еще смотрит. Хотите, крикните ему что-нибудь. Я ничего не буду ему кричать. Крикните ему что-нибудь. Блять, горит. Молодой человек, он вас спросит, что ты хочет. Ну, спрашивайте. Блядь, езжай нахуй. А чего вы не спросили у него? Блядь, вообще какой-то водитель не адекватный, прямой прям сейчас вот и он. Вы пристегнитесь, вон, пристегнитесь. Нахуй, вот той хуйни вон тормози, короче, вон там на кольце, блядь. На каком? Ты, блядь. Вот сейчас будет поворот, короче, на кольце, ты сейчас его мимо него не проедешь. Вы куда показываете? Я просто не вижу, правда, кольцо, где кольцо. А, вон, вижу, появилось. Вот сейчас его проедешь, на нем остановись, блядь. Да давайте мы вас до места доведем уже, правда, чего, зачем здесь? Да я тут нахуй пешком дойду, блядь. Давайте я вас, правда, до места довезу, даже денег с вас не возьму, нормально довезу прям до места. Да дело не в деньгах, блядь, так как ты ездишь, ебать, я тебе честно говорю, блядь. Я вот все, давайте аккуратно, правда, я с парашютом прыгал, блядь, пару раз, нахуй, это было не так, блядь. Ну все, давайте, правда, нормально вас сейчас довезем. Мы вам хотели просто еще кое-что сказать, это, в общем, мой друг, это все на самом деле был розыгрыш. Это у нас все было спланировано, это пранк, у нас все это снимало на камеру. Это просто был все розыгрыш. Не пойду прикалывайтесь, натуре, пацаны. Это просто, ну извините, что если что-то переборщили, это просто действительно все был розыгрыш. Ну так это не шутки. Вот, ну, я не знаю, конечно, блядь. Ну не шутки, да, но мы, я хорошо вожу за рулем. И, то есть тормози, я... блядь. Дай подышим. Давай остановимся, выдохнем.
Просто все был пранк, снимаем на YouTube вот такие вот ролики. Так что сейчас довезем вас в комфорте, бесплатно, денег с вас не возьмем, все будет хорошо. Успокойтесь, пожалуйста. Нет воды вообще? Есть, дай человеку попить. Сладко такое, чай. Нахуй так делать вообще? Ну, такие вот пранки снимаем. И часто? Ну, стараемся, да, каждую неделю. Нахуй так делать? Его кто-нибудь ебал просто, бил за это? Да, было дело. Ну, вот я на грани, честно говоря. Вот если мы сейчас доедем, вот я пацанам расскажу, как бы, просто... Вот я не знаю. Давайте просто успокоимся. Это, я понимаю, может быть, где-то переборщили, просто делали все в качестве юмора. То есть хотели бы просто вывести вас юмор на эмоции. Юмор у вас черный, блядь. Напиши себе на машины, блядь. Такси нахуй черного юмора, блядь. Только не гони, блядь. Да не, сейчас все. Все отлично, довезем. Можем окна закрыть, кстати, кондиционер включить, если жарко. Вообще, какие у вас были эмоции, когда меня сбили? Да какие эмоции? Он летит, как долбоёб. Говорим, не лети, блядь, не лети. Нет, нахуй, летит, блядь. Какие эмоции, блядь? Когда ты за свою жизнь... Много во что вкисаешь, бля, знаешь, тут эмоции разные, бля, бывают. Какие тут на эмоции, блядь. Эмоции, ебал ему набить просто, я не знаю, съебаться просто, и все. Че, вот такие вот эмоции. Давайте, ладно, успокоимся. Все делаю, потому что только для видео. То есть так мы нормальные ребята, то есть адекватные вполне. Да. Просто все делали реально адекватные в качестве юмора. Адекватные люди так не поступают. Ну, это как, знаете, на телевидении, так же, как фильмы снимают и прочее. Просто, ну, такая роль получилась. Возможно, где-то переборщили, что-то сделали не так, там то, что гоняли как-то быстро. Так, нам же сюда, да? Куда ты едешь опять? Навигатор так показывает. Бля, да нет, все правильно. Короче, бля. Да нет, все правильно, вот Олимпийский парк. Он туда, получается, ведет вот прям в этот. Какой адрес забил? Ну, я просто вбил Олимпийский парк. Даже в навигаторе был, ой, в такси был написано. Не, кстати, не с такси, я из навигатора просто вбил Олимпийский парк. Там улица какая-то? Орбитовская, 16, блядь. Ты меня везешь, я хуй знает куда, блядь. На трассу, блядь, Формула-1, блядь. Ты не нагонялся еще, гонщик, блядь? Реально, как выехать, блядь? Ехай прямо там, развернешься, блядь. Так, Орбитовская, 16. Ты давно вообще здесь, нет? Нет, вот неделю. Ну, хоть тебе, может, давай экскурсию тебе, чтобы я проведу, ебать. Так, что, здесь разворачиваться нам? Разворачивайся, блядь. Сейчас разворачиваемся на мост, на мосту выходим там, блядь, на Орбитовскую там приехали. Как уже, немного хоть успокоились? Успокоился, блядь. Сейчас приду, ебать, стакан въебу, будет все спокойно. Ну, зато на всю жизнь запомните, эмоции-то какие. Сейчас я даже и пару смс напишу. Не было никогда такого у вас, да? Ну, конкретно такого, блядь, не было, чтоб меня кто-то разыгрывал, блядь. Были ситуации, блядь, не менее адреналиновые, блядь. Не, я бы на самом деле вот реально. В реальной жизни, блядь. Сколько раз мы говорим, я бы реально хотел бы, чтобы меня тоже так разыграли. Но это же классно, это же вот эти эмоции, это внутри поедем, адреналин. Сейчас тебя разыграют, блядь, так я тебе говорю, без машины останешься. Хочешь без тачки остаться? Да не думаю. Тебе сколько лет? 25. Ну, у тебя что, вот, прям, я не знаю, две головы, блядь? Вас реально никто не пиздил за это, блядь? Да бывало, все разное бывало, и машину били. Не стреляли, блядь, да. Но это как наша работа, вот снимаем такие вот розыгрыши, нам пранки. Не туда, нам туда. Навигатор так показывает. Я не знаю, что он тебе показывает, блядь. Там гаишники стоят, осторожно. Пристегнитесь. Давайте пристегнемся. Тренировку попустить. Пристегнитесь лучше, я а то у меня за тренировку не штрафуют. Не пофу вообще. Да лучше пристегните просто. Ну, блядь, пофу вообще. Так меня штрафуют. Ну не пофу тебе, да. Они вроде заняты своим делом. Да ебать вообще. Короче, вон видишь дом? Угу. Нам к нему надо подъехать. Угу. Нам сейчас прямо. Я не знаю, навигатор, значит, неправильно показывает. Он вон. А ты сейчас опять меня увез бы, ебать, обратно в Адлер на Олимпийский парк, бля. Какой адрес сказали, такой вбил. Здесь направо? Здесь направо. Будешь ехать некуда.
Да вот здесь дороги просто какие-то странные. Еба, здесь надо было прямо. Тормози, короче, бля. Навигатор так показал. Тормози, бля. Да не, вы же сами сказали, да, здесь направо, да? Вы же сами сказали, здесь направо. Куда, куда теперь? Да прям уже езжай нахуй на эстакаду. Куда тут, блядь? Хуярь, блядь! На разворот, блядь. У тебя машины мощные, ебаш, блядь. Сюда же, да, я еду? Ну, блядь. Ну, ебаш, сейчас тебя встретим, нахуй, не выпустишь отсюда, блядь. Ну ладно, давайте, в принципе, мы, наверное, дальше поедем. Там, да. Уже денег тебе платить не будем. Да и денег тебе, давайте. Да. Ладно, все, поехали, что короче. Да ладно, реально переборщили немного. Все, поехали. Даже самому было. Поехали, это все реально может быть еще жестко. В общем, ребят, вот такой вот получился пранк. Реально немного жесткий, короче, на эмоциях. Если он вам понравился, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы, короче, поскорее валим отсюда. Потому что сейчас реально нас здесь еще запинают, заберут машину, все, надо поскорее отсюда выезжать, короче. Все, ребят, вам реально огромное всем спасибо за просмотр. У меня на самом деле реально рука немного трясется. И как-то немного стремновато. А это не одна, не одна сторона? Я не знаю, кстати. Нет. Давай, может, договорим, да поедем. Все, ладно, ребятки, реально, вам огромное всем спасибо за просмотр, спасибо вам всем за поддержку. Поставьте лайк, просто поддержите нас, нам будет это очень приятно. Подписывайтесь на канал, ну и всем вам пока. Валим отсюда.